Привет, друзья, с вами Ваймс. Блин, почему я не могу говорить? Хорошее начало. Привет, друзья, с вами Ваймс, и это... Тарков. Снова. А фест в МХ потыкал, да? Ну, как бы фест, он обычный. Этот чувак только что здесь же заспавнился? Не, он не игрок, ладно. Но все равно страшно. Я только заспавнился, а в меня уже целится бомж. Почему он жив? А, это рейдер вообще? Я показался игроки. По-моему, слишком косые для рейдеров. Ну не. Игроки. Ладно. Это вообще без брони. Чувака СКС. Или нет? Фига спам. Откуда, блин, я не понимаю. Ладно, сойдет. Хорошие темперы. Наверное, чувак свалил. То, что я бы на его месте, если бы я хотел себя убить. Не в смысле его себя, а в смысле себя. А, то я бы зашел на парковку, но сидел темперил вход. Чтобы когда я вот так вот выглянул, посмотреть, где он там. Он мог меня пристрелить. Но он этого не сделал, так что, наверное, он просто туда ушел. Что, возможно, правильно. Если я близко к лодочной станции, то, наверное, на нее сначала метку повесить.
Если я около тоннеля, то сначала на остров. Если я где-то в других местах, то, видимо... видимо, в санаторий умирать. И потом в коттедже еще раз умирать. Бомжи умирают дважды. Интересно. Прям совсем интересно. Кто его убил? Объясните мне, куда он после этого делся. Карта с синей маркировкой. Это какая-то хитрая санитарская дверь в лабе. Я хочу узнать, кто его убил, куда делся тот, кто его убил. Видимо, сюда. А также, почему он, блин, лежал в коробке? Странный рейд. Но зато куча квестов. Действительно неплохой день. У меня есть сайга. Можно приковато разложить, не? Почему она не раскладывается? Сайга, что с тобой? На всякий случай я ее просто продам. Ну, у меня нет сайги. Но я не доверяю пушке, которая сложена и не раскладывается. Чуваку особо некуда деваться, так чтобы я... Ну, хотя он может, наверное, туда куда-то уйти. Сложно. А, нет. Окей. Так тоже можно. Может стартануть за рабовладельцев, где рабы ансабы, а рабовладельцы сабы? Тогда уж рабы сабы, а рабовладельцы модеры. Так правильнее. Ладно. Нет еще одного бомжа. Есть у меня еще один патрон? Нет. Глаза. И где он теперь? А, он... Нет, это не он умер, это бомж. Пошел нафиг, чувак. Как проще всего определить, есть ли снайпер на скалах? Вопли нет, значит нету.
Ха. Или его там убили, и он так упал. Хорошо, полетел. Нет, патроны, не катись. Ладно, пофиг. Можно? Оно сломано. Не могу взять патрон. Рип. Ну, один хэдшот есть. И в нормальной ситуации я бы подумал, что обидно, наверное, типа... как-то грязно себя чувствуешь, убивая так кого-то на спавне. А на входе? Ну, это сквад. Так что в жопу их. Это двое. Это не тот же чувак. Тот чувак явно один был. Трое даже? Это ты умер или куда-то делся? Умер. А этот? Тоже. И тот, что внутри, тоже умер. Ладно. Сок. Блин, я... А, оно в доте не кладется. Сочный чел. У того было М1А. Сколько оно, блин, выставлено? Ладно.
МДР-ка. Чувак с маркерами. Все, кончились чуваки. Или еще пятый и шестой будут. Так. Ладно, тушенку съесть. Стоп. А, вон он. Потому что я видел, что чувак перепрыгивал забор, и я его убил в прыжке, и он упал. На эту сторону забора. А, модный калаш. МДРК оставлю. Тоже отличная пушка. Причем в фулл обвесе, по сути. А что это за прицел? Термау? Ок. Круто. Я даже не обратил внимания. Ну окей. У меня уже был один. Где-то здесь. Вот. Но теперь у меня два термау. Казалось, кого-то услышу. Явно кого-то услышу. Ок. Фига там война. Фига там война. Поезд едет. Чувак, давай еще раз. Прям перед поездом. Ну не. Почему у меня немножко фреймов надропалось? Неясно. Может быть, Twitch говно. Или мой провайдер. И то, и то. Может быть, мой провайдер Twitch. Это было бы ужасно. Ну, хоть чат не виноват. Может быть, мой провайдер чат. Это бы многое объяснило.